Понятно, в общем, солнышко не дождалось. Да я попробовала. Разведка дальней экономики — дело очень рискованное. Опасности подстерегали исследователя на каждом шагу. Блядь. Я же говорю, не надо это делать пока. И был Николас, уроженец планеты земного типа Стелла, но с меньшей гравитацией по сравнению с большинством других планет Империи. Там превышали 76 ежегодно. Николас даже не думал о себе, но сверстники своим примером создания счастливых и не очень семейных ячеек. Ну все, здесь замазали. Капитан Николас Перешев, ваши полномочия управления звездолетом Император подтверждены. Переборка протаяла, и он шагнул внутрь. Зажегся мягкий свет. Система проводила необходимые процедуры допуска и подготовку к приему экипажа, состоящего всего из одного человека. Николас прошел к транспортной платформе, назвал место назначения, капитанскую каюту. И уже буквально через минуту переоделся в полетный комбинезон. Следующим пунктом значилась трубка управления. Она встретила его идеальной тишиной и стерильной чистотой. Опять он тут со своей экраниной. Я вот это имею. Ну, красота. Здесь зашкурится потом. Ну, естественно. Тут тоже все шкурить надо. Ну, сейчас видишь, это пока смысла не имеет. Ну, пой дальше песенку-то, ты же позже что. Ну, вот я и пою. Ай, да мы хорошие, ай, да мы красавчики. Она сейчас пока грязная, но, да, но это будет шкурка. Я понимаю, конечно, что люди, конечно, может быть, делают идеально все. Там не, ровно это и так далее. Не про нас. Да, но зато мы делали это все сами, да, своими руками. Вот, и нам нравится. Да. Класс, да? Угу. Но все-таки я за то, что когда вот финиш будет полный, электрика вот там аккуратненькая, здесь эти нужные плинтуса, только вещи, да, здесь ложки, вот это плинтуса, вот тогда уже, да, да, ну, будет самое. Ну, там-то вообще будет шикарно, конечно. Mm-hmm. Уже 5000 после того прошло на газу. Сейчас хочу попробовать фильтр поменять, вот этот. Сейчас газ включился, я там кран закрыл сзади, пускай вырабатывает. Вот он кран, да, перекрыл, пускай работает на газу, потом заглохнет или на бензин перейдет. Попробую поменять. Где у меня литра? Вот они, с колечками. И посмотрим, грязный он, не грязный. За 5000 пробег, ну да, 5 практически, 5000. Все, пусть работает. У нас уже перешла, заглохнет, нужно откручивать. Так, ну вот я и открутил, вытаскиваем. Ну, блядь, забитый есть нахер. Так. Весь забитый. Где у него кольца? Где у него кольца? Одно кольцо здесь, а другое там.
дальше. Все, я понял. Ну видишь? Ну и там ржавчина вся идет, блядь. 5000. Баллон все уже херовый. Ладно, будем пока через 5 менять, там посмотрим. Вот такие вот. Что там такое белое, блядь? Я хер его знаю. Видимо, колечко, что ли, на герметик садилось или что. Вот они колечки. Два старые. Здесь такие же два новых. Здесь у меня еще смазка есть. Такая легенькая. Где она у меня? Вот такой смазочкой. Замажем сейчас. Вон она, блядь. Смотри, что. Видишь, что тут творится, блядь. Ржавчины в баллоне, блядь, дохерища. Так, ну все, закрутил. Поменял. Идем открывать газ. Посмотрим, что у нас будет травить, не будет. Херово тут, блядь, открывать. О. Так он открывается. Так. Он открылся. И вот этой штучкой закрывается вот так. Как бы вот так раз. Все. Заводим. Сейчас он пока закрытый еще клапан. Так, пока на бензине. Нужно щелкнуть. Я уже буду смотреть. Не шипит. Пока не пахнет. Сейчас перейдет на газ. Работает электроклапан. Потом тихонечко водички пополиваю. Посмотрю. Ну, я срабатываю. Сколько там градусов? Не вижу. 54 должна срабатывать. Должна сработать, по идее. О, сработал. Там переходит на газ. По одной форсунке она сейчас переходит. Вот еще одна форсунка включилась. Теперь все форсунки включились. Должна зеленая гореть. Да, зеленая горит, все форсунки включены. Все, сейчас я водички налью в стаканчик. Поливаю. Посмотрю, травит, не травит. Так запаха не чувствую. Вот стаканчик. Блин, какой он мягкий.
неудобный. Да не, видно было бы, что пузырится. Ничего не пузырится. Все нормально. Опять стенку подметать надо, блядь. Туда листья желтые прилетели. Непонятно. Так, у меня вот еще один фильтр есть в запасе. Надо будет еще купить. Последующее от ТО поеду. Нет, она не на. Да. Ладно, маркировка. Вот это КН-206. Нам нужен Волтек. КН-206. На завале идет. Все. А это какой-то белый. Что за фильтр такой? Хер его знает. Ну баллон, да, все, баллон менять надо. Там ржавчина полезла уже. Ну, а это где-то десятка, в районе 10 тысяч замена баллона. Но это сделать нужно будет. Когда, не знаю, с Солнышкой поговорим. Надо посмотреть, кстати, что у меня срок годности баллона. Срок годности баллона. Где он у меня? Это прививки, блядь. Где у меня? Вот паспорт. Паспорт баллона. Баллон. 2307 баллон. 15-й год, 2 мая, 15-й год. А срок у баллона сколько у нас лет? 10, да? Или сколько? Здесь я уже проходил. Вот, сейчас посмотрю, где сколько срок баллона. Ну да, в общем, 10 лет, короче, срок баллона. А у нее изготовление, у меня 15-й год. То есть получается, что в 2025 году его надо менять. То есть 2 года еще. А ржавчина уже там есть. Я не знаю, фильтр вообще пропускает ржавчину, нет. Хотя здесь тонкие очистки в паровой фазе. Нету ничего. Нормально. То есть он держит фильтр ржавчину. Но где хер его знает. В общем, короче, 5000 и нужно менять все. Ну, лучше, конечно, баллон поменять, потому что это будет не дело. Вдруг проскользнет что-нибудь и форсунки накроются. Так, ну вот, хорошим 3М скотчем прилепил. Не вот этой херней, которая у меня была, блядь, которая отклеивается. А таким серьезным скотчем, который вот, ну, так же на стекло клеится. При этом обезжирил аммиаком. Посмотрим, сколько продержится. Эти проводочки. Чуть-чуть так сюда так хопаю. Опа. Все. Это у меня на зиму. На автономке, когда стоишь, чтобы вольты смотреть, насколько автономка высосала аккумулятор. Ладно, все вроде, все, что планировал, сделал. Можно идти домой. Сейчас, короче, тут стоял Рено Логан. Дед с бабкой, деду, наверное, лет 70, блядь, и бабки то же самое. Они ходили вон туда, в яму. Вот. Ну, я как бы сижу вот, вот так, да? Машина стоит, ну, где-то еще, наверное, ну, метр от двери. Вот так, дверь открыта, и метр от двери вот так стоит. Да, морда вот там у нее стояла, как бы здесь жопа. Вот. Ну, я, значит, тут делаю, да, у меня нога выставлена здесь, все. Делаю. Он, значит, заводит. Бабка пришла, заводит. И, короче, сразу же, как вот он стоял, выкручивает руль вправо, чтобы ему выехать сюда. И я смотрю, он уже до двери сантиметров 5 у меня осталось. Я дверь вот так вот, блядь, сделал.
вот так, ногу упер вот так вот. А он один хер продолжает сюда, блядь, крылом, нахуй. Я говорю, слушай, ты что, говорю, делаешь, блядь? И знаешь, у него глаза вот такие большие, блядь, он понять ничего не может, что происходит. И продолжает дальше ехать. Так я себе ногу прижал вот так, чтобы он только не задел мне дверь своим крылом, блядь. Вот он вот так вот выезжал, прямо вот здесь вот так вот развернулся вот так. Не задом туда проехал и там потом повернул, а сразу же начал со стоянки выворачивать. Ну, а потом посмотрел его машину сбоку, она вся исцарапана, блядь. Вся в каких-то мятинах, жопа вся в мятинах. Блядь, как они ездят, нахуй, такие, вообще капец, блядь. Солнышко мечтало о кишмише черном. И вот только привезли. Смотри, тихонечко положу. Ты уже знаешь ее имя. Ты встречал ее в Чикаго. Она шлет себе привет. Солнышко, время. Солнышко, время. Ой, знаешь, совсем чуть-чуть. А что за время-то? 2 часа проспала. Ночью ты что будешь делать? О чем она говорила? Седой Лиф и его дети. Где у тебя телефон? Почему не начались раньше? Чтобы вы усвоили урок. Безумно. А где у тебя пакет? Ой, детеныш. Черный, черный кишмиш. Ой, ура. Ура, ура, ура. Вы знаете, где? Пока ты все проспала на свете, я уже столько дел переделал. Фильтр поменял газовый. На машине сходил. Да, весь забитый был, короче. Баллон ржавый. Баллон? Да, баллон у нас до 25 года. Срок годности у него. Ты в этот раз что, менять будешь? Возможно, 2 года, по идее. То есть до мая 25 года баллон действует. А сейчас не можешь менять? Можно. Но он больше 10 тысяч, по-моему, стоит. Птицы, рыбы, домашний спорт. Ну, хорошо, я займусь этим делом. Сначала ТО сделаем в машине. Возможно, весь фильтр был, блядь, с песком этим забит. Ржавчиной, окаленной. Ну, новый фильтр, видишь? Раз в 5 тысяч. Хотя его, по идее, раз в 30 тысяч надо менять. А я раз в 5 тысяч, он забитый, блядь. Ну, все, у него срок кончился. Из-за того, что зимой, понимаешь, температуры. Тепло, холод, конденсат. Вот, смотрим, блядь. Я же сделал так. Вот, смотри, как он выезжает, блядь. Еще раз уберу. У меня открыта дверь. Вот она, открыта. Выставлена нога. Ему нужно было просто прямо поехать. Нет, он сразу выкручивает колеса, блядь, я закрываю дверь. Уже сколько могу, он еле чуть не задевает дверь, блядь. И тут у меня на него мат идет трехэтажный, блядь. Как вот так вот он, блядь, выезжает, сволочь, блядь. У него вся бочина избита, короче. Старый пердун 70-летний, блядь, с бабкой. Вот я солнышку предупреждал, что затирка сутки сохнет. Но у нее все горит. Она не может терпеть, поэтому сейчас одевает перчатки и будет затирать. А? Затирать будет, говорю. Сутки надо ждать, она не выдерживает. Вот, ей надо это что-то делать. Зачем, говорит, меня тогда разбудил? А возьмешь шкурку и будет кафель сдирать, чтобы он не блестел. Чтобы весь в царапинах был. Вы просто передавали дела матери. Да, солнышко? А? Чтобы кафель весь в царапинах был. Туалет меня! Или надо мочить? Кого? Шкурку. Дурак, что ли? Кто тебе сказал? Я? Ну, иногда, да. Бывает иногда.
Иногда дурак. Никто ничего не мочит никогда. Да? Вот эта шкурка, эта плитка блестит, наша не блестела, да? Она ничего ей не сделается. Обеспечьте безопасность. Не подпускайте. Это говорит старый отделочник. Сказали трибуналу, что не знаете, где Маркус. Где там, что отделывало-то раньше? Да. А если бы знали, сказали... Суралмашзавода. Да почему здесь Уралмашзавод-то? На Уралмашзаводе ничего не отделывал. Я говорю, с Уралмашзавода пошла отделывать, говорю. Слушай, давай-ка с проводом с этим разберемся. Ты сейчас его оторвешь нахер совсем. Видишь, тут чуть-чуть херово. Провод убрать. Как такое вообще возможно? Ни одной машины в ряду нет, кроме меня. Такого давно не было. В общем, баллон, посмотрел, 11 тысяч стоит. А здесь нормально тут? Нормально. Пусть так останется. Все хорошо. Она потом все равно затянется. Да. Ну, отлично вообще, да. Красота. А здесь вот потрогай. Вот это да, это вот, конечно. Сладенькое. Я не знал, что еще сделать. Ага. Если сильнее ее потереть, так там просто до этого будет. Не надо видишь, тереть. Вот я протерла немножко. Не надо ничего тереть, пускай будет. Алебастра тоже белая? Да, алебастра. Но все равно она тоже белая. Совсем белая. Вот она не высохла просто. А, она не высохла? Да. Она высохнет, будет полностью белая. Да? А, ну ладно. Ну вот, смотри. Вот она вот такая будет. Свет включи. Видишь, она полностью белая. Нет, она не белая. Белая. Она серого цвета немножко. Она полностью белая. Да, замазка белее. Где еще посмотреть? Вот, смотри. Ну ладно, посмотрим. Белая. Все лезешь-то? Ты кому сказал? Коту? Нет, тебе. Я не лезу вот никуда. Вот ты обязательно, вот никогда ты так не скажешь, что ой, замечательно, все, тыры-пыры. Я обязательно хочу тебя обхаять. Замечательно, тыры-пыры. Иди отсюда. Мне тут еще делать и делать. А? Мне тут еще делать и делать. Руки ой, это как-то. Вот когда у нас широка страна родная, да, и места много, то нужно Вольву поставить обязательно вот так вот, блядь. Вот полосы, да, вот видно полосы. У меня стоит ровно по полосам, да, следующая полоса вон, следующая вон, следующая вон. Вот надо вот так вот, блядь, поставить машину. То есть, а то, что люди сейчас приедут, допустим, какие-нибудь другие, да, некуда будет ставить, это, конечно, насрать абсолютно. Главное, я поставил, широка страна родная, блядь, и все хорошо, удобно. Вот для чего нужны двойные розетки. Вот она и пригодилась. Вторая розетка. Тесто завожу. Потому что здесь все занято на столе. Так, ну все, стол сдвинулся на место. Стол, здесь вот такая вот щелка. Вот здесь вот он стоит. Там я еще не закрепил, потом в понедельник я закреплюсь в столешнице. Вот и плинтус будет класса.
Что тогда, плинтус положится? Потом мы покажем. А потом будет электрика делаться, потом вот там много чего еще будет делаться. Еще кое-что с озона придет завтра. Ну, в честь окончания плиточных работ замучу пирог. Вот тут заложил на тесто. Поставить картошку, будет картошка. Просто пирог с картошкой, даже без лука. Солнышко не хочет лук. Сказала, что ты любишь рисовать. Включилось? О, включилось. Выстоялось. Пусть замешивается. Да. Тут еще будет преобразовываться все. Замкнула наша столешница должна быть чистая, безо всего. То есть не должно быть ничего на ней. Все, все инструменты должны быть выше столешницы. Чтобы если протирать, то протирать ее всю, от начала до конца. Ничего не поднимая, типа вот такого. 24 часа. Сейчас меня уже вот такая порнография не устраивает. Все должно быть засунуто в изоляцию. И вот этой хрени вообще тут быть не должно. Попробую сделать там. Сейчас лампа одна придет. Эту выбрасываю лампу, она уже вся сгнила. Будет такая же лампа примерно, вторая только 60 сантиметров. И буду их соединять между собой, эти лампы, чтобы одним проводом обе лампы светились. Так, пирог потихонечку у нас делается. Солнышко лук не хочет. Просто картошка, масло, перец. Она подсоленная, естественно. Сейчас тестом закрою. Сверху уже там яйцом. И в духовку. Духовка уже нагрелась. И все. Желтком смазал. Загоняю в духовку. Тесто у меня тонкое. Считай, тесто было грамм 600, наверное, 700. Из них грамм 200 я выкинул. То есть я не как солнышко. Вон, выкинул. Не как солнышко, она все делает. Чтобы, ну, тесто не выбрасывать, потолще сделать его. Нахер лишнее тесто выбросить. Зато вот краешки тоненькие, все. Все, в духовку поехало. Ты, блин, что пристал-то вот себе? Да, вот только, только не трогайте ее. Все, пирог готов. Пускай доходит. Знаете, вообще-то я восхищаюсь вашей работой. Ну чё? Офигенский вкусный пирог. Я же второй кусок съел. Что мы с тобой сделали? Очень вкусно. Ясно. Ну вот там эту возьми. Кого? Ну банка там плоская такая есть. Да. Да нет, вот. Сиреневой крышкой. А вот. Но она специально. Почему здесь-то нельзя поесть? А? Почему здесь-то нельзя поесть? А Дима тоже попросил. Ну, Диме принесешь, сама-то поешь здесь. Он боится идти, где-то куда-то. Из-за велосипеда? Из-за этого. Где ножи? Из-за чего? Дверь-то закрой. Ножи на месте. Забери. Ножи на месте. Это. Дверь закрой. Ну закройте двери, чё? А ты чё не можешь закрыть? Ты за собой дверь не можешь закрыть, что ли? А ты? А я зачем должен закрывать за собой дверь? Не за собой, вернее. Зашла, закрыла. Да просто прикрой, вот ты эту прикрой дверь. Чё злая-то, как собака? Я не знаю. Я тоже не знаю, чё ты пристал за дверью ко мне. Это ты? Из-за плитки. Из-за плитки? А, не хочешь идти из-за плитки? Он боится, что ты рука дергаешь. Прикольно. Это уже дурачество. Кусай. Так, ну ладно. Начинаем потихоньку приступать поздновато. Пол 11.
Мне пришлось два раза к Солнышке ездить. Очки забыла, блин. Пришлось второй раз очки вести. Позавтракал. Ну, все, сейчас начнем с плинтуса. Так, значит, столешницу я закрепил. Не болтаются ни грамма вообще. Снизу там. Плинтус один уже закрыл. Здесь только рамки пока еще сделал. Одна вот у меня уже есть здесь. Делаем, одна сюда и одну еще надо выпилить. Ну все, плинтус я положил. Там угол силиконенный, здесь силиконина. Вот этот угол силиконенный. Крышка на силикон посажена. Подсохнет, потом все это обрежется. Так, ну вот примерно так будет стоять розетка. Все на плотненько, проводочки все аккуратненькие. Это включение этой стиралки. Стиралку будет. Вот. То есть примерно так. Ну и здесь дальше уже будет к ней цепляться. Выход идет провод фаза 0 на выключатель вот на этот. С выключателя будет на распределительную коробку, в которой будет соединение на лампу. Она будет единое целое. То провода не будет. И на его. То есть как можно ближе будем механику делать. Вот сюда куда-нибудь. И распред коробку. Потихонечку пробурился. С фонарем. Распред коробку прикрутил. Здесь у меня будет выключатель вот этот. Провод уже подцепил сюда. Фаза у нас на синем. Будем фазу подгонять. Получается сюда фаза вход. Здесь выход на вытяжку. Здесь выход на свет. Отдыхаем, сидим. Здесь уже выключатель вывел. Вот сюда нажмет коробку. Здесь получается это 0. 0. Это фаза, выход на этот, на свет. Это фаза, выход на вытяжку. 0 общий. Так, ну вот. Здесь я заделал. Заделал, в принципе. Закрываем крышечку. По фэншую, где у нас надпись. Надпись внизу. Ну, это 44-я крышка, не 66-я. И все равно пыль не попадает. Вот. Все, крышечку закрыл. Проверяем. Так, лампочка горит. Так, включаем свет здесь. Отлично. Включаем свет здесь, вот с вытяжкой. Оба света. Все. Ну, тут пыль, конечно, это все уберу. Вот, а сегодня вечером должна прийти вон туда лампа. Это я выкину нахер ее. Вот, и соединять буду к этой лампе. То есть, вот здесь есть выход. Вот он, фишка. Вот эту фишку или подпаивать, или что-то еще. Но буду, короче, ее соединять с этой. Чтобы они горели как бы единое. Ладно, с электрикой пока хватит. Повесил эту винюшку. Под поварешки там, под разные это. Здесь, в принципе, готово. Сейчас надо будет здесь полотенечник и этот, ну, под моющие средства, короче, две штучки сюда воткнуть. И останется еще такая же штука сюда и лампа туда. Сегодня сезона заберу вечером. Так, ну все, пока закончил.
здесь полотенчики и средства для мытья. Здесь еще останется лампа и вот такая же штука короткая на 60, на которую будут вешаться ложки, вот эти ложки и вот эта штука. А здесь сейчас я повешаю только самое необходимое из всего этого большого мешка. Вот и все. Необходимый минимум. Как я так, блядь, мерил, блядь. Ну почему криво-то я сделал, не понимаю. Ну. А, я знаю почему. Потому что винт был смещен вниз. То есть вот эта сторона чуть-чуть ниже, чем вот эта. И хер с ним. А по плитке смотреть так нормально. Но я с уровнем мерил, короче, чуть-чуть. Она сюда вниз идет. Хер с ним. Доска, то есть все необходимые, которые мы пользуемся, больше мы, по сути, ничем не пользуемся. Толкушка, ложка, солнышко накладывает, переворачивалка, поварешка для супа, пельменница, нож для капусты, взбить яйца, это у нас мешать на этих сковородках, и смазывать противень там, и торт, ну, эти, пирог, все, и доска, самое главное, все, ничего больше нету. Остальное там туда повешивается. Ложки эти все. С годами все равно розетка, выключатель, коробка покроются жиром. Ну, от плиты все равно будут брызгать там туда-сюда. Но они моются легко. То есть два винтика открутил, корпус снял, он герметичный, там внутри ничего нет. Сам корпус он обезжирил, жиром этим помыл. Просушил его, обратно вставил. Выключатель то же самое, также отстегнул эту штуку, помыл, обратно вставил. Коробку эту на месте можно помыть. И все. Что ничего страшного, вытяжка работает. Чистенькая. Сгонял до озона. Запах галантереи такой стоит, советской галантереи или обувного магазина, короче, такое. Так, трубочка. Вот что. Переходничок есть, отлично. Луку нам не надо.
Вот он здесь переходничок такой. Сделаем, успеем, наверное. Бегал в озон, короче. Курицу выключил, дожарю обратно. Соберу. Ну все, короче, все я успел за сегодня. Поставил крепление сюда. Лампу. Здесь соединял. Пришлось вот так соединять, потому что не подходит нихера. Все, включаем. Раз, свет, вытяжка. Второй свет. Все на своих местах. Ножницы здесь, ложки тут. Мойка, полотенце, моющее средство. Электрика. Солнышко обрадуется. Так, значит, жду солнышко, она в магазин пошла. Значит, домой не заходила. Пораньше пришел. Значит, презентацию. Презентационный вид. То есть так протер здесь. Кружечки сюда повесил вот так. Если она придет, я это все покажу. Значит, ничего не видела. Все закрыл, закупорил. Деда закрыл кухню. Сейчас будем смотреть, что мы сделаем. Ботинки снимай, двери закрой, потом разденешься. Хорошо. Сейчас я оденусь. Деда, это ты там оделал? Сейчас бабушка дверь закроет. Так, значит, не поворачивайся, стой туда, глаза закрывай, задом заходим. Почему задом-то? Задом, чтобы не было такого эффекта, чтобы век неожиданности был. Вот так вот задом заходи, глаза закрывай. Закрывай. Я закрыла. Вот сюда встаем. Вот сюда вот так. Глаза закрыты? Ну? Поворачивайся, но глаза, чтобы закрыты были. Ай-яй-яй, ну что-то встала. Сейчас. Все, глаза закрыты? Держи, я сейчас скажу, когда открыть. Давай. Офигеть! Класс какой! Слушай! Как ты здорово придумал! Вообще! Какая красота! Вообще! А это новая? Да? Да, новая. И лампа новая, и это новая. Вообще! Боже, как красиво! Мазя, тебе нравится? Вот смотри, какая красота! А электрику? Ну, это-то вообще нет слов, конечно. Просто вообще. Пробуй выключатели. И главное, это и нашлось место. А вот и курица. Вот и курица. Мася. Как выключатели работают? Я курицу. О, боже, какая прелесть. Я вообще не могу. Слушай, это же просто вот изумительно. 7 часов сегодня работы. Ну, я представляю себе. Я себе представляю, надо как это все. Плитку все просверлить. Плитку, главное, присобачил так прямо четенько. Полотенчик твой. Да, мои полотенчики. Слушай, они тут прямо вот само то. Понимаешь, само то. Вот тут они висели неудобно, а здесь само то. Одевать их вот. То есть, раз. Ну, видишь, как? То есть, впритык. Ага.
впритык. Но зато она не выпадет никуда. Ну да. Ну и то, что понимаешь, вот это все прям помыл, бац, сюда и все. Ой, я ее, кружки, кружки, это просто чудо. Это просто вообще отпад просто. Ой, я не могу. Ну надо же, такая красота получилась. Слушай, ну прям вот просто, как будто я не дома. Как будто что-то вообще не мое это все. Вообще красота. Это все, что ты оставил? Это то, что мы, чем мы пользуемся. Больше мы ничем не пользуемся. Больше ничем не пользуемся? Да. Точно? Точно. Мне кажется, что-то не хватает. Что, ничего не хватает? Все есть. Капусту резать есть, пельмени доставать есть, поварёшка есть. Переворачивать котлеты какие-то там есть. Тарелка ложечка есть? Есть. Пюре делать есть. Угу. Все есть. Поэтому... Ты курицу нашел? Да ты, господи, ты... Он голодный, что-то как волк. Он ничего не видит, кроме курицы.